Україні планують скасувати призов на строкову службу. Планують це зробити з 1 січня 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ та доручив розробити законопроєкт. Ми ж вирішили запитати у містян, чи підтримують вони таку ініціативу гаранта. Ну, хто хоче захищати, тот пускай захищає. А хто хоче працювати, пускай працює. Кому вполне нормально. Ну, во-первых, мне кажется, надо, в первую очередь, подумать, как ее финансировать. А, соответственно, уже исходя из финансов, усиливать и боеспособность, и численность людей. Люди же не будут за 10 тысяч работать в армии, правильно? Я думаю, что неправильно. Ну, не призывать молодежь, мужчин в армию, это неправильно, конечно. Ну, кто же будет защищать нашу родину? Контрактная служба. Нет. Ну, все же должны мужчины пройти. Армию, так сказать. Это хорошая идея отменить призыв, потому что он по факту бесполезен. Из-за него в армию идут люди, которые не хотят туда идти. Просто потому, ну что такое закон. А потому что могут быть последствия. А какой смысл с человека на службе, если он этого не хочет? Он максимально деморализирован. Он не хотел туда идти, его заставили. Большинство людей не хотят, парней не хотят идти на срочную службу, потому что это занимает очень много времени. То есть какие-то моменты приходится отлаживать на потом, а все-таки на полтора года отложить, ну, это прилично. Я думаю, что строковая служба, она обязательна, потому что в таком возрасте, когда ребята молодые, мне кажется, служить и на пользу для становления личности, мне так кажется. И как бы, ну, как мы привыкли, это дань, которую надо отдать своему государству. Вот срочная служба сейчас у нас формируется на людях, которым, наверное, в этой жизни делать особо нечего, закрепиться где-то сложно, и они туда идут. Те люди, как мы с вами, мы точно знаем, что мы в армию не пойдем, не хотим, и будем всячески от этого уворачиваться. И это будет точно успешно. И это получится. У кого это не получится сделать, то туда пойдет. То есть такой отбор не настоящий, неправильный, он неестественный будет, поэтому это неверно. А так будет открыто, будет вакансия, набираем штат в армию. Какая-то заработная плата. Это и позитивно, и негативно. Просто многие убегают от армии, потому что есть обязанный призыв. Нужно что-то сделать, чтобы люди хотели идти служить. Например, как в США. У них много помощи от государства. Чтобы людям не было страшно служить. И до сих пор разобраться вот с некоторыми моментами в самой армии. Но армию сейчас до сих пор не считают как армию. Думают, какая-то пустышка.